Ну, как сказал Василий Григорьевич Кисунько мне в приватном разговоре, не надо давить Ремарка Томасом Маном. Поэтому вот так мы не будем делать. Мы так положим книжки, но это самое, да, в моральном смысле нет. Вон, видите, все еще на съезд тут стоят. Это изящнейшая, прекраснейшая книга. Ну, что касается Ремарка, то тут я это тоже скажу, что, в общем, конечно, не так его люблю, как Томаса Мана, но я просто плохо, может быть, разобрался когда-то в студенчестве. Но я был, конечно, склонен тоже к максимализму, склонен был, безусловно, давить Ремарка Томаса Маном и давить Кантом всех мыслителей. Может быть, в чем-то я и прав, но не знаю, что бы я сейчас испытал, прочитая «Жизнь взаймы». Ну, конечно, не знаю, вот так, понимаете, говорить такие вещи в вечность, ведь эти, все, что мы снимаем на YouTube, все уходит в космос, это все сигнал. Все это потом будет болтаться во вселенной, черт знает сколько. Потом не знаю. Ну, по мне, так, конечно, совсем не волшебная гора. И, конечно, Томас Манн, это, блин, великий писатель. Это, как это говорится, глыба, матерый человечище и прочее, что говоря и говорили, как говорится. По-моему, про Горького или что? Ленин про Горького или как? Или Сталин про Горького? Нет, Ленин, наверное. Анекдот-то есть про то, как насрали в катку с пальмой. Но не хочу это пересказывать, это вообще не моя тема. Политика, тем более, вот этот 100 лет назад, вот эта вся революция, вот это вот все, вот эти все Ленины, вся это вообще не моя тема. Вот чем Солженицын занимался, я Солженицына не читал, но безмерно уважаю, я читал какие-то его абзацы, это, безусловно, крутой писатель, но тема как-то... Тень Люциферова крыла, дорогие мои. Наверное, так же, как и сейчас. Может, поэтому мне и неприятно. Двигаемся.